надежный помощник. Мы уважаем вас за строгость, доброту, за знание, за юмор, за терпение, за человеческую простоту. Слово для поздравления предоставляется директору нашего колледжа Михаилу Ильичу Полякову. Положительные изменения в вашей жизни. Дай Бог, чтобы этих ступеней, а они у вас еще будут неоднократно, вы будете учиться или вы будете работать, приобретать еще очередные свои умения, навыки и знания, и потом у вас еще будут очередные скачки в вашей жизни. Вот как можно больше я вам этих скачков жизненных желаю, чтобы они помогли вам полностью реализовать все ваши способности. Потому что если человек не реализовал свои способности до конца, то он останется немножечко неудовлетворенным судьбой. Вот. Поэтому я вам хочу, чтобы вы, отбросив все свои, естественно, все вы немножко ленивы, но вот надо их отбросить, эту лень чуть-чуть, и постараться достичь как можно большего в жизни. Я вам искренне от всей души желаю этого. Я вам желаю, чтобы у вас хватило на все ваши ступени здоровья, чтобы у вас была удача, она тоже нужна обязательно, потому что не всегда так вот все гладко бывает, поэтому должно еще и повести. Ну и чтобы не огорчали ваши близкие, родные, любимые, чтобы все у вас было хорошо. Вот поэтому от всей души я вам желаю, ребята, всех-всех благ в жизни. Вот с праздником вас, с получением профессии, с получением дипломов. Ура! Спасибо. Я думаю, я без микрофона. Ну, вы поднимите руки, кто нас забудет. Вот вы не... Юра, заметь, ты очень рисуешь, ты еще в этих стенах. Итак, шутки шутки, всегда же так, да? Вроде как все на одном уровне, а потом вдруг лет через 20. А мы с ним вместе учились, а он стал конструктором новых автомобилей. Вот чтобы в вашей жизни произошли те замечательные звездочки, неважно на каком уровне, на семейном, на городском, на уровне страны, но чтобы вы добивались и радовали всех своих близких своими успехами. Здоровья вам и вашим семьям. Спасибо за то доброе, что вы внесли как вклад в историю нашего колледжа. А вы выпускаетесь уже из колледжа. И в наших страницах есть и ваши имена. Огромное спасибо вам за это. Доброго вам пути! Совместного труда преподавателей, мастеров, учащихся и всех работников колледжа. Есть такое сочетание. Самый-самый-самый. Это очень все подходит к нашим классным мамам, папам. Самый милый, самый добрый, самый терпеливый, самый заботливый. Они всегда знают здоровье на каждом предприятии. А если вдруг мы прогуляем, они за нас ответят. Мы помним, как все начиналось. Теперь эти дни далеко. Как что-то в учебе порой не давалось, а что-то давалось легко. Как добро, внимательным взглядом учитель смотрел на тебя. В беде или счастье он был с тобой рядом, а если бронил, то любя. Мы можем быть особы, как люди, дикари. Ужасные снаружи, только добрые внутри. Простите нам, пожалуйста, невольные грехи. Без нас бы вы, наверное, умирали от тоски. Наш колледж выпускает в этом году специалистов по 4 профессиям, каждый из которых имеет свои особенности, которые наложили свой отпечаток и на наших ребят. Для поздравления и вручения дипломов на сцену приглашается директор автодорожного колледжа Михаил Ильич Полякову. Также мастера производственного обучения Баранов Николай Сергеевич и Макерамов Саид Испарович, а также группа 127 «Ура». Сейчас мы будем вручать каждому такой диплом об окончании, присвоении профессии. И корочку, вот это синенькая корочка такая, да. Вы потом вложите аккуратненько диплом туда в корочку. Ну а для начала обязательно, я уже всем говорю, перед началом вручения, чтобы вы все внимательно получили, не сразу как такой аккуратный. Федосеев Андрей Вячеславович. Терешонок Вячеслав Александрович.
Сокол Евгений Викторович. Егор Дмитриевич Рулев. Алексей Евгеньевич Потехин. Лавриненко Даниил Григорьевич. Павел Романович Королев. Василий Андреевич Иванов. Саид Ринатович Гинятулин. Сергей Геннадьевич Володин. Евгений Валентинович Анисимов. Так, ну вот. Готовы, да? Готовы. Все готовы. Тимофей Михайлович Таюрский. Алексей Анатольевич Силкин. Олег Сергеевич Осипов. Да, молодцы, кстати говоря, у нас наши сварщики неоднократно приносили нам золотые медали. Победы в конкурсах городских профессионального мастерства под руководством наших замечательных мастеров. Вот Николай Сергеевич и Алексей Спарович. Ребята у нас занимают всегда призовые места. И 2 года подряд первые были. Первые в городе. Вот, поэтому Игорь Павлович Пискайкин. Вот, даже Елена Николаевна, видимо, знает его хорошо, да? Видимо, хорошо знает. Мальдон Дмитрий Максимович. На творческом взносе каждого я узнаю как раз по возрасту Елены Николаевны. И понимаю, что каждый внес свою лепту. Вадим Витальевич Гатенко. Нет, болеет. Иван Алексеевич Якимов. Владимир Александрович Иванов. Андреевич.
Максим Юрьевич Григорьев. Жучев Виктор Александрович. Артем Алексеевич Захарченко. И выписка тоже. Артем Александрович Иванов. Еще один Иванов Артем Андреевич. Ильичев Вадим Алексеевич. Александр Владиславович Кирченков. Вот книжку должен еще. И так будет с каждым. Да. Получил и сдал. Посмотри, как правильно сдал. Посмотри, да, и сдал. Вот и все. Коростылев Владимир Алексеевич. Не жмотничайте, поаплодируйте, вас же тоже будут выпускать. Владыгин Михаил Сергеевич. Не давайте. Не давайте. Не давайте. Посмотри, посмотри там, прочитай, он сейчас вернет, он сейчас вернет. Владислав Геннадьевич Листопадов. Сергей Александрович Макаров. Илья Юрьевич Подорожный. Александр Николаевич Прокопов. Гузанов Владислав Андреевич. Так кормили, наверное. Юрий Вячеславович Стрелков. Денис Андреевич Ульянов. Кирилл Александрович Кромов. Так, все получили дипломы. Владимир Сдач. Все. Уважаемый Михаил Ильич, уважаемые товарищи педагоги, преподаватели, дорогие ребята. Мне очень приятно осознавать тот факт, что я у вас являюсь председателем комиссии. Вот когда я был у вас на экзамене, когда мы с вами беседовали, я понял, что сколько вас заложили хорошего, доброго ваши преподаватели. У вас работает замечательный коллектив педагогов, с которым я, кстати, вместе служил в Академии Можайского. И вот так случилось, что я имею честь у вас принимать экзамены и вам вручать сегодня диплом. На сцену приглашается мастер производственного обучения Борознова Лариса Васильевна и 130-я группа. Бобченко Александр Вадимович. Александр Вадимович. Да. Слабо?
Титов Дмитрий Константинович. Степанов Роман Александрович. Спицын Дмитрий Михайлович. Куда вы? Ну, как всегда, Егор. Ответственный момент. Сорокин Михаил Сергеевич. Миша! Редьков Андрей Дмитриевич. Морозов Владислав. Любезнов Павел Николаевич. Копейкин Евгений Александрович. Козлов Евгений Валерьевич. Кич Артем Игоревич. Кирченков Евгений Владиславович. Этот стал кичник, это правда. Этот стал кичник, это второй. И Крамов Далер Адельжанович. Нет, это им еще не кричат. Грунин Ярослав Сергеевич. Нет, Григорьев. Я смотрю, кто выходит, отметьте. Глазунов Илья Сергеевич, художник. Гербер Елисей Иванович. Углов Александр Валерьевич. Брыжак Андрей Федорович. Андрейков Александр Александрович. Поаплодируйте, жмоты. Сухорухов Никита Владимирович. О! О! Смирнов Вадим Андреевич. Розов Александр Сергеевич. Это у мастера. Я знаю, кто такой веселый. Это у мастера. Кривальнев Алексей Сергеевич. Полищук Егор Владимирович. Павлов Никита Валерьевич. Молодцов Максим Дмитриевич. Минаев Антон Александрович. Каминский Александр Евгеньевич. Зубарев Владимир Владимирович. Захарушкин Артем Алексеевич. Редис
Артур Анатольевич. Гордеев Александр Романович. Глазков Ярослав Дмитриевич. Ераскин Федор Алексеевич. Галкин Александр Олегович. Михаил Ильич, давайте Галкина не упускать. Он нам еще много призов принесет. Не упускайте Галкина. Оставляем его еще. Оставляем. Оставляем Галкина, не упускаем его. Не давайте его. Залыбался. Бычков Кирилл Дмитриевич. Так, остаюсь. Белкин Александр Сергеевич. Абретов Владислав Андреевич. Факеев Вадим Александрович. Улугбеков Ильязар Бек Иорович. Это тебе за все! Вот тебе. Я хочу сказать всем, что он при сдаче своей контрольной работы дипломной, он очень хорошо печатал. Вы не поверите, да. У меня тоже на пятерку, а потом мы с ним милицией сидели. Иди. Так. Герников Павел Андреевич. Соколов Юрий Михайлович. Русинов Дмитрий Леонидович. Ты понял, да? Русинов. Румянцев Андрей Владимирович. Пименов Дмитрий Вадимович. Ура! Я думал, это не случится. Ура! Петухов Владислав Олегович. Оставайся, давай! Петров Илья Алексеевич. Палагин Егор Игоревич. Остроумов Михаил Михайлович. Курасов Денис Ильич. Комаров Дмитрий Андреевич. Козловский Антон Иванович. Ковеза Владислав Петрович. Круче меня, да? Иванов Андрей Юрьевич. Зайцев Владимир Андреевич. Егоров Антон Андреевич. Егоров потом ко мне. Егоров потом ко мне. Яковлев Борис Львович. Борис Львович. Не верю.
Давыдов Алексей Александрович. Гурко Родион Юрьевич. Гультяев Евгений Витальевич. Одесская пуля. Ой, да не говори, что не увечно. Вечно пуля, да? Это очень много пионеров. Ганиев Алимжон, Аминджонович. Вишневский Иван Владимирович. Большаков Артем Сергеевич. Александров Максим Игоревич. Алина, хочется сказать спасибо нашему руководству, директору, завучу, нашим всем преподавателям за то, что нас выучили, вырастили. Мастера нашим всем замечательным, то, что помогали нам учиться. Спасибо вам. С Нового года!